Ну вот. Я так и думала, что вокруг кровати негативное энергетическое поле. Но если не веришь моим словам, то хоть поверь своим глазам. Вот почему ты стал таким раздражительным в последнее время. Елена Бегунова, 40 лет, домохозяйка, замужем. Лена, ты что, предлагаешь мне поверить в твои фокусы? Сергей Бегунов, 42 года, инженер в филиале зарубежной электротехнической компании, муж Елены. Я материалист. Ни в какую мистику не верю. Ну, веришь ты или нет, а кровать отсюда будем убирать. Лена, эта кровать стояла здесь 10 лет, и ничего не было. Не хочешь помочь, так и скажи. Сама справлюсь. Под угрозой нашего здоровья. И личная жизнь, между прочим, тоже. Лена, кровать останется здесь. А я больше не буду спать на этом месте. Ну вот, кровать должна стоять здесь. Если поставить по диагонали, вреда здоровью не будет. Но если не хочешь двигать, можно спать и на полу. Я так и сделаю. Лена, я был очень рад, когда ты занялась любимым делом. Пусть даже и биоэнергетикой. Но твое увлечение перешло все границы. Ты превратила нашу жизнь в кошмар. Без гороскопа нельзя и шагу ступить. А теперь еще и спать на полу? Сереж, не волнуйся. У тебя сегодня по гороскопу ссора с близким человеком. Из-за пустяка. Не, я так больше не могу. Я больше не могу это слушать. Я не знаю, что мне делать с моей женой. Ее увлечение мистикой зашло слишком далеко. Она превратила нашу квартиру в место, где совершаются ритуалы. В салон магии. Посетители с утра до вечера. Я даже не могу расслабиться дома после работы. И давно у вас такая веселая жизнь? Лена домохозяйка, она не работает уже 12 лет. Когда сын вырос и уехал от нас, она себе места не находила. Потом вспомнила, что увлекалась гаданием, пошла на какие-то курсы. Ну и возомнила себя ясновидящей. Потом, когда у меня заболела печень, она посадила меня на вегетарианскую диету. Но, правда, стало легче. И тут в нее вселился целитель. Она мне мяса совсем не дает. Сколько раз тебе говорила, нельзя есть убитых животных. Где ты взял эту гадость? Купил в кулинарии. Ты же знаешь, я без мяса не могу. Ну что ты такое говоришь? Это же трупный яд. Ну, я сразу вижу, как у тебя портится аура. Ну вот она уже здесь, здесь. Здесь она уже темно-красная. Тебя нужно немедленно спасать. Что ты выдумываешь? Руками нельзя чувствовать цвет. Ну как ты не понимаешь? Я же забочусь о тебе. Что ты делаешь? Я останусь без ужина. Пойду выброшу. Я специально купила экологически чистый салат. Добавишь оливковое масло, лимонный сок. Голодным не останешься. Я не козел. Все время жевать траву. Я не знаю, как мне бороться с эгоизмом моей жены. Она совсем не считается с моими интересами. Слушай, смотрите, какая интересная фраза, а? Я не знаю, как бороться с эгоизмом жены. Он начал мешать моему эгоизму, да? Нет, я понимаю, что в вашей ситуации жить спокойно вот решительно невозможно. Просто боюсь, при такой постановке задачи вряд ли получится что-нибудь толковое. Проснувшись субботним утром, Сергей понял, что жена уже принимает клиентов, а значит, ему не удастся с ней поговорить о семейных проблемах. За отвратительный запах. Я даже проснулся, что дышать нечем. У клиентки депрессия. Я лечил ее благовониями. Кстати, этот аромат и для тебя полезен. Он снимает раздражение и успокаивает нервы. Мое раздражение снимает вкусный завтрак. Может, побалуешь меня своими блинчиками с мясом? Ну что ты, ну сколько раз говорила. Мясо укорачивает жизнь. Мне ненавистна длинная жизнь без мяса. Вот, вот слово в тебе тоже от мяса. Я специально простила зерна пшеницы. Их и будем есть на завтрак, ну... Ну, или мюсли с молоком выбирай. Ты что, меня хочешь голодом заморить?
Ты должен меня слушаться, я забочусь о твоем здоровье. Ну все, иди завтракай. Ко мне пришла клиентка. Грабу я видел такую заботу. Сергей решил заняться уборкой своего гаража, поскольку отдохнуть дома не было возможности. Здрасте. Здрасте. А где Петр? Это же его гараж. А он умер. Уже 8 месяцев прошло. Анна Зотова, 32 года, библиотекарь, не замужем. А я его племянница, вот он мне гараж с машиной в наследство оставил. Вот пришла разобраться, хоть посмотреть. Мои соболезнования. Ничего не знал. Я свою машину уже около года у дома ставлю. Жаль. Петр хорошим мужиком был. Простите, как вас зовут? Анна. Давайте я вам помогу. Давайте. Подержите, пожалуйста. Угу. Петр. Да. И что я с этим богатством буду делать? Ездить? На работу, по магазинам. Я не умею возить. Могу научить, дело не хитрое. Да? А сколько это будет стоить? Дорого, наверное? Я с соседей денег не беру. Да и потом мне по выходным нечем себя занять. Правда? Тогда я согласна. А давайте я вас угощу пирожками домашними и чаем на травах. Позавтракаем и договоримся. Не откажете? Спасибо. Не откажусь. Пойдемте ко мне. Где ты слонялся столько времени? К обеду, да что там, к ужину? Опоздал, на телефон не отвечал. А что такое? Пирожки. Надеюсь, с капустой? По виду похоже на домашние. Где взял? Купил. Очень вкусные. С мясом. Сколько раз я тебе говорила, не порти энергетику. Нельзя есть мясо убитых животных. Дай сюда эту гадость. Да. Что, не понимаешь, что я на твоей траве ноги протяну? Хорошо. Если ты такой твердолобый, поступай, как знаешь. Только я больше спать с мясоедом не буду. Ты серьезно? Пока не откажешься от мяса, спать будешь в гостиной. Ты что, совсем с ума сошла? Ну, если ты не понимаешь по-доброму, я вынуждена пойти на такой шаг. Сам же потом будешь неблагодарен. Я надеюсь, твой разум утром вернется. Все, я спать. Просыпайся. Просыпайся. Что случилось? Почему ты меня будешь так рано? Сколько времени? Сейчас придет важная клиентка, а ты тут разлегся в комнате, где я прием веду. Ты же меня сама вчера в спальню выгнала. Что ли, в своей квартире поспать не могу? Вставай, я сказала. Клиентка платит такие хорошие деньги за гадание. А ты будешь нам мешать. И вообще, вредно долго находиться в помещении. Гоняешь? Нет, хочу, чтобы ты прогулялся на свежем воздухе. А еще лучше, сделал утреннюю пробежку. Все. Достала ты меня с самого утра. Ухожу. Сергей не знал, куда ему отправиться так рано, и вспомнил, что обещал Анне давать уроки вождения. Алло, Анна? Я сегодня свободен. Мы можем прямо сейчас начать уроки вождения. Хорошо. Ну, я только что встала, так что, может быть, вы зайдете на утренний кофе, пока я буду одеваться? А это удобно? Конечно, никаких проблем. Я не очень далеко живу от гаража, так что записывайте адрес. Хорошо, я запомню. Лесная, 18, квартира 5. Угу. Ага.
Сергея раздражало увлечение жены Елены мистическими учениями, из-за которых она превратила дом в место для совершения ритуалов. Бесконечные посетители не позволяли ему расслабиться после работы. В довершение всего Елена увлеклась модой на здоровый образ жизни и запретила Сергею есть мясо. Он почувствовал себя лишним в собственном доме. Чтобы занять выходные, Сергей решил навести порядок в гараже, где он познакомился с новой соседкой по автостоянке Анной. Сергей пообещал давать ей уроки вождения. В день первого занятия Анна пригласила Сергея к себе домой на завтрак. Да вы не суетитесь так. Мне это в радость. Я люблю принимать гостей. Особенно их угощать. Спасибо. Тем более, что я сегодня дома как-то не успел позавтракать. Так чего ж вы сидите? Берите бутерброды, не стесняйтесь. Спасибо, не откажусь. Не благодарите. Вы пока завтракайте, я быстро переоденусь. Не ожидал, что вы такая прилежная ученица. Всего пару занятий, уже такой прогресс. Уже вторые выходные подряд Сергей учил Анну вождению. 3:30. Мне пора домой. Давайте я все-таки вам заплачу. Мне право неудобно. Вы столько на меня времени тратите. Ну, мы же уже договаривались. Никаких денег. Потом мне приятно заниматься с такой ученицей. Ну, раз вы отказываетесь брать деньги за уроки, тогда я просто обязана кормить инструктора своего обедами. Нет. Мне пора. Нет, никакие отговорки не принимаются. У меня сегодня баранина под шафрановым соусом. Пойдем. Тебя долго не было. Гулял на свежем воздухе, как ты советовала. А потом копался в гараже. Ужинать будешь? У нас сегодня капустные котлеты. Я перекусил по дороге. Знал, что у тебя кроме травы ничего нет. И фасолевый суп. В нашем доме только здоровая пища. Иначе твоя печень. А что с тобой сегодня? Ничего. Обычный день. Нет, от тебя исходит необычное свечение. Ну, тебе видней. Ты же с космосом общаешься. В курсе всех событий. Да и карты, наверное, уже что-то подсказали. Ну, каких новостей ты от меня ждешь? Ты прав. Я про тебя все знаю. От меня ничего не утаишь. Дома мне стало совсем некомфортно. Среди клиенток жены я чувствую себя как в гостинице. А где вы чувствуете себя как дома? Вы знаете, я тут одну женщину учу водить машину. Вот у нее дом. Там меня всегда ждут, во мне нуждаются. Там всегда вкусно пахнет свежей выпечкой. Тихо и спокойно. Так почему вы все-таки в этом случае не разводитесь с женой? Да ей говорить со мной некогда. Она даже спать со мной отказалась. А Анна... Ну, короче, мы стали близки. Мне кажется, Елена об этом догадывается. Угу. Понятно. То есть уходить от жены вы не собираетесь, иначе вас не волновало бы, что она о чем-то догадывается. Но почему, если она ведьма, как вы говорите? Я не собирался бросать Елену. Я просто хочу, чтобы у нас дома было все как раньше. А она хочет, чтобы было так, как сейчас. Ее эгоизм против вашего. Вот как вы думаете, почему она должна отказаться от своего желания ради вашего? Я могу с тобой поговорить? Ты же видишь, я занята. Ко мне сейчас придет клиентка. Ты зациклилась на своей магии. Мы с тобой вон уже полгода в гостях не были. У меня запись на прием на месяц вперед. Я не могу никому отказать. А для меня есть место в твоем списке? Ну, конечно. Ты же мой любимый муж. Для тебя у меня всегда есть время. Но не сейчас, извини. Ну, тогда я пойду в гараж. Странно. Машина стоит под окном, а ты все выходные проводишь в гараже. А я тебе говорил, что я собираюсь его продать. Вот и выбрасываю весь мусор, который там годами копился. Сергей и Анна все больше сближались. Ему нравилось, что она разделяла его интерес к автомобилям.
Спасибо, мне очень понравилась выставка. Не думала, что ретро-автомобили такое роскошное зрелище. Особенно тут розовый кабриолет. Так давай твою машину в розовый цвет перекрасим. Нет, не хочу привлекать к себе внимание. Да потом водить я еще не очень хорошо научилась. Да ты себя недооцениваешь. Еще пару занятий можешь идти сдавать на права. Ну, теорию в автошколе выучишь, так что я тебе больше не нужен. Нет, ты мне нужен. А сегодня занятия будут? Конечно. Если хочешь, прямо сейчас начнем. Ты, наверное, голодный? Время-то обедать. Пойдем сначала ко мне. Хорошо. Только зачем мы будем тратить время на обед? Очень вкусно. Ты замечательная хозяйка. Спасибо. Ой, совсем забыла. Чайник сломался. Утром поставила, а он не греет. Ну и какие проблемы? Дай мне отвертку, я починю. Я же все-таки электрик по образованию. Все. На хозяйка, принимай работу. Так быстро? Какой ты у меня умный. И руки у тебя золотые. Что бы я без тебя делала? А может быть, мы чай все-таки оставим на потом? Ну и зачем эта пошлая картинка с пионами? Пионы – это символ семейного счастья. Эта картина поможет нам его сберечь. А ты что, считаешь, что наше семейное счастье под угрозой? Да. Ты все выходные проводишь вне дома. Стал избегать меня. Странно. Как ты это заметила? Как получилось, что ты даешь советы, как сохранить чужие семьи, и совершенно не заметила, как распадается наша семья? В этом ты виноват. Я чувствую, что у тебя кто-то есть на стороне. А разве карты тебе не сказали, что ты совершенно перестала считаться моим мнением, моими интересами? Гороскопы заменили тебе мужа. Ты своими действиями вытолкнула меня из дома. Я жила для тебя и для сына, пока он не уехал учиться. И как только у меня появился свой интерес, ты стал высказывать недовольство. Твой интерес затмил меня. Я просто хотел, чтобы в доме было все как раньше. Если ты этого не поймешь, нам никакие пионы не помогут. Я стал чужим в доме и пустым местом для тебя. Наступил день последнего занятия по вождению. Сергей был рад успехам Анны, но ему было жаль расставаться с ней. Сережа, я все видела. Может быть, ты объяснишь мне, кто это? Это Анна, и я ее люблю. Я знала, что у меня появилась соперница, но вот решила познакомиться с ней лично. Да, карты меня не обманули. Значит, ты разлучница. Выбирай, с кем ты остаешься. Со мной или с ней? Сергея раздражало увлечение жены Елены магией и вегетарианством. Он стал чувствовать себя лишним в собственном доме. Разбирая гараж, Сергей познакомился с новой соседкой по автостоянке Анной и пообещал давать ей уроки вождения. Девушка оказалась способной ученицей, и Сергей стал частым гостем в ее доме. Увлечение автомобилями сблизило Сергея и Анну. Вскоре они стали любовниками. Жена почувствовала, что у Сергея появился кто-то на стороне. Она выследила мужа и, застав его с Анной, потребовала, чтобы он выбирал, с кем остаться. Я увлекся Анной, думал, что это простая интрижка. А потом понял, что это очень серьезно. Она вдохнула в меня вторую жизнь. Мы ходим на выставки, общаемся с друзьями, выезжаем на прогулки за город.
Как вы думаете, почему закончилась ваша первая жизнь? Наша семейная жизнь крутилась вокруг сына. Я зарабатывал деньги, Лена вела дом, помогала сыну с уроками. Когда тот вырос и уехал от нас, выяснилось, что нам с женой поговорить-то не о чем. Что же вы тогда так рьяно отказывались с женой разводиться? Причем отказывались-то вы почему? Потому что хотели, чтобы все было как раньше. Если раньше все было так плохо, как вы сейчас говорите, чего было об этом мечтать? Знаете ли, опасно принимать решение, основываясь на вранье самому себе. Вы уж разберитесь сначала, в чем вы себе привираете, ну а потом уж... Сергею было нелегко принять решение. Все, я принял решение. Я ухожу к Анне. Не может быть. Мы же семья, у нас сын. Мы столько лет вместе. Ой, я по гороскопу. Испытание в жизни, но я не думаю, что такое. Вот и живи со своим гороскопом. А я ухожу к нормальной, реальной женщине, которая во мне нуждается. И, кстати, в отличие от тебя, вкусно кормит. Она тебя приворожила. Точно. Подсыпала что-то в еду. Ты зациклилась на своей магии. Ты даже уже забыла, что между людьми бывают человеческие отношения. Все, с меня хватит. Я ухожу. Уже 10 дней Сергей жил у Анны. Ты тоже увлекаешься магией? Где ты ее взял? Искал, что почитать, и нашел на верхней полке. Отдай ее мне. Алло. Что? Ты заболела? Приступ стенокардии? Да, конечно, могу приехать. Прямо сейчас. Лена заболела. Я должен поехать домой. Ну, на некоторое время. Это Анна навела на меня порчу. Точно. Я с ней встречалась 2 дня назад. Сказала, что буду бороться за нашу семью. Это не порча. Это стресс. Я понимаю, что ты тяжело переживаешь мой уход. А что сказала Анна? Сказала, что не отдаст тебя. Что ей больше 30 шансов создать семью с каждым днем у нее все меньше. Вот она и схватила за тебя, как за соломинку. Она меня любит. Она пыталась меня извести. Незнакомая гадалка звонила, ну, та, у которой я училась. Сказала, что она к ней приходила. Просила сделать приворот. Она тебя по фотографии узнала. Ну, не наговаривай на Анну. Больше верится, что это кто-то из твоих хочет устранить конкурентку. Она тебя травяным чаем поила? Да. Ну, всегда с мятой заваривает. Уверена, что там была не только мята. Вот так она тебе приворожила. Магия здесь ни при чем. Тебе просто нужно передохнуть. Не беспокойся, я побуду с тобой. На душе у Сергея было неспокойно. Он разрывался между больной Еленой и Анной. Как хорошо, прямо к ужину. Садись. Это правда, что ты ходила к гадалке и пыталась меня приворожить? Нет. Я к этому не имею никакого отношения. Зачем ты мне врешь? Я же видел у тебя книгу по черной магии. Она вся в твоих пометках. А чаек, наверное, с какими-нибудь специальными травками? Ну что за глупости? Все время пила, все время все нравилось. Что такое? Сереж, я забыла, я пуговицу тебе пришивала. Все. Я не знаю, что это было. Мое искреннее отношение к тебе или воздействие магии. Но больше меня на такие фокусы не возьмешь. Сереж,
Сереженька, прости меня, прости. Я не хотела. Пойми, я просто от собственной неуверенности в себе все это делала. Понимаешь? Ну кто я против твоей жены с ее гаданиями? Я только хотела, чтобы ты меня любил, понимаешь? И был только со мной. Ты сама-то понимаешь, что ты говоришь? Тебе же не человек важен, а желание заполучить его любой ценой. Все, я ухожу к жене. Она хотя бы эксперименты с магией закончила. Сережа! Ты зачем встала? Тебе же нельзя. Ничего, мне уже гораздо лучше. Все в порядке. А куда ты смотришь? Это все из-за амулета. Вот ты никогда не верил. А я его повесила, и ты вернулся. Дорогая, если ты действительно хочешь нормальной семейной жизни, давай вот без этих амулетов, кристаллов, ладно? Хорошо, хорошо, как скажешь. Да? Я больше не принимаю. Извините. Все. Ну, пойдем, я тебя борщом с мясом накормлю. Интересно бывает видеть, когда человек говорит одно, а имеет при этом в виду что-то совершенно другое. Ну, например, как Сергей из нашей истории, который жаловался на увлечение жены всякими мистическими забавами. Вот на что, собственно говоря, он жаловался? По его словам, на эгоизм жены. На то, что она живет исключительно своими желаниями, видит только себя и думает только о себе. Ну и чем, как вы думаете, ему вот такое зеркало помешало? Почему-то мне кажется, что только одним. Тем, что это зеркало мешало его жене видеть его самого. А значит, мешало думать о нем заботиться, выполнять все его желания и, в общем, делать все, чтобы ему было хорошо. Поэтому придется мне, боюсь, уже не в первый раз вспомнить одну великую фразу. Эгоист – это человек, который думает о себе вместо того, чтобы думать обо мне –